Так, расскажите, о чем вы сегодня думаете? О вашей передаче, что у вас такие удачные кадры, очень веселые ответы. Ну, о своих домашних делах, проблем таких огромных не испытываю. Так, дойти до горсада. Не знаю. Здоровье. Да, я даже не знаю. Мама, чтобы была здорова. Насчет 14-й школы. Попросили ребенка, хотим устроить в школу. Нас попросили сделать прописку. Мы сделали прописку, что живем в этом микрорайоне. Теперь от нас требуют то, что мы не записаны в переписи населения. Я сегодня только о работе. Я спешу, очень тороплюсь. О работе? Ну, о весне. Прекрасная весна. Привет! Обо всем, я думаю. Чтобы люди хорошо жили. Самое главное, чтобы экология была хорошая. Вот, думаем, что замерзли, и поэтому идем быстрее домой.